это мы одну оставляем у вас в отделе, вторую сдаем в музей. Помещение очень важно для студентов. И, конечно, в первую очередь хочется сказать спасибо студентам. Здесь у нас самый активист. Ну, это, как я понимаю, такой зал для мозговых штурмов, да, совещаний. Вот как у вас? Точка кипит. Да, да. Спасибо.